Так, какой-то аниме опенинг. Это Undertale? Это Undertale? Нет. Нет. Что это за опенинг? Мы не знаем, да, с тобой? В этой игре похоже на Undertale, но это не Undertale. На японском. А на английском? Вот, перемешку. Японский с английским, видишь? Но это аниме. Нет, блин, сердечки вот точно такие же, как... Мне кажется, это что-то такое вдохновленное Undertale, нет? Нет, там просто много похожих игр есть. Да? Прям даже битвы похожие. Ладно, крути дальше, крути назад. Тут видишь, что-то с картами связанное. Репы, бубны, сердечки — это, видимо, просто черви. Видимо, три типа главных персонажа. А, нет. Окей. Как-то этого клоуна больше всего показывает что-то. А кто он, главный персонаж? Смотри, даже вон козочка похожа на Тауриэль, капец. Ну, нет, это 100% отсылка на Undertale. Это не просто так. Это не просто похожая игра. Это, видимо, как-то, может, даже связано. Или какая-то фанатская. Ну, другая. Ну, это, может, не игра, это вообще аниме. Ну, да, другое, конечно. Какое аниме? Это вообще аниме? Написано в скобочках аниме opening. А, я сделал ремикс какой-то джевел тема и превратил это в аниме opening. Вот так получается. Скорее всего, это какая-то игра. Наверное, я просто не знаю эту игру. А, Дельтарун. Вот это что за игра, походу. Вот написано внизу. I hope Deltarune and anime. Вон внизу в описании. А Дельтарун — это тоже что-то такое связанное с Undertale'ом? Не знаю, возможно, да. Ну, я не знаю просто. Ну, как будто что-то где-то слышала. Просто это, видимо, вырезка как бы с игры, а он сделал это, как будто это аниме-опенинг, получается. Оформил так. И перепел так. Причем он сделал как бы не как опенинг, а как полноценный трек. Ну, длинный. Как знаешь, ничего я не понял, но очень интересно. Да, ничего не понял, но очень интересно. Не, ну что, ну типа там кому-то нравится такое. Мне просто не нравятся такие песни. Просто тут еще даже дело не то, что в песне, а дело в том, что мы в игру не играли. И игра мне такая не нравится. Да, и поэтому в итоге мы не поняли. Поэтому мне все вообще не нравится. Нет, просто мы пытались разобраться. Да нет, песня на самом деле звучит как типичный такой аниме-опенинг. Просто много металла, знаешь, и все. Ну это очень-очень так... Не, качественно сделано, качественно, да, без проблем. Просто я решил, что нихуя не в этом.